Всем привет, дамы и господа, с вами Пицца Лейло и Нила Моб, и мы сегодня вернулись в игру под названием, как вы видите, Cooking Simulator, DLC под названием Пицца. Итак, мы продолжаем нашу великую готовку, великую-превеликую. У нас еще всего лишь 2 часа дня, у нас до 10 еще есть полно времени. Итак, заказываем новую пиццу. Пицца у нас называется Маргарита в нью-йоркском стиле. Информация, закрепчик делаем и смотрим, что нам нужно будет для этого дела. Тесто, маргарита в нью-йоркском стиле. Ну, нью-йоркское, неаполитанское тесто, нью-йоркское тесто, большая. Берем сразу же большую лепешку, ставим ее в центр, раскатываем. Раскатываем ее хорошенько. Ух ты, она огромная просто. Потом в нью-йоркском стиле добавляется маринара соус. Я беру самый крайний, хочу, чтобы до конца он уже у нас был использован, чтобы он у нас закончился уже. Так. Готово. С соусом мы разобрались. Сыр, моцарелла нарезанная 140 грамм. Моцарелла нарезанная у нас есть 200. Ой, но скоро он закончится. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, 6 и 7, 140, вот так распределить я решил. Лист базилика 36 грамм. Вот у нас базилик. Добавляем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33, ну, вот, допустим, 36. Что еще? Все, это такие маленькие, небольшие, то есть не такое большое количество ингредиентов у нас тут нужно было для этого дела. Это у нас была пицца Маргарита в нью-йоркском стиле, на нью-йоркском тесте. Вроде бы ничего не было нам и напутано, должно все получиться. Посмотрим, как оно, как сыр расплавится. Главное, чтобы равномерно, чтобы клиент был счастлив. Так, лопатку пока убираем, подбрасываем парочку дров. Допустим, 2 бревна, я думаю, будет предостаточно. И подготавливаем сразу же тарелку к готовой пицце. Вот здесь будем ее выкладывать. Сколько там она? Еще половину ее готовки. Мы можем, в принципе, смело уже заказывать следующую, чтобы не терять времени. Мясная пицца. У нас уже, по-моему, она бывала. Была. Так, закреп делаем. И большая пицца в неаполитанском стиле. Большая порция. Большая пицца. Что-то у нас большие пиццы пошли. Мясная будет. Пармезан тертый. Первое, что нам надо добавить, это не пармезан, а песто. Соус. Песто. Так. Добавляем. Наверное, пойдем сейчас уже вытягивать пиццу, потому что главное, чтобы она ведь не испортилась, не поджарилась. Давайте пойдем посмотрим. И она уже поджаривается сильно. Надо быстрее забирать. Так, но будет с прожаркой хорошей. Вон она, подрумянилась вроде бы неплохо на тарелку ее. Так. Отвлекся. Но я хотел быстрее, чтобы у меня больше пиц успелось приготовить. Ух, она красивая. Боже, объедение. Сыр как красиво пошел весь. Я бы такую сейчас ел. Так, граница в нью-йоркском стиле. Маргарита. Пошла. Продолжаем. Оценка какая у меня будет? Новый уровень, награды получаем, новый рецепт, хумус, ингредиенты, ингредиенты рецепта, ага, хумус, новый рецепт, новый заказах завтра, хумус, вот такой какой-то хитрый соус. Далее, новый уровень, продукты, которые я могу выбрать, моцарелла нового типа, проволоны, латук, каперсы, шпинат, анчоус. Давайте анчоус возьмем. Шпинат мне нравится. Цукини, интересное слово. Зеленый болгарский перец. Пускай будет 4 этих ингредиента. Поэтому что сыр подгорел, плюс неравномерно распределен был по пицце. Чтобы он был равномерно, нужно больше добавлять. Видимо, как-то можно было с этим делом еще поиграться, либо дать больше. Значит, пармезан тертый. Где он тут у меня? Я не знаю. Пармезан. И есть ли он у меня? Моцарелла, чеснок. Пармезан нарезанный вижу. Пармезан. А тертый? Горгонзо. Пармезан тертый 500 грамм. Есть. Пармезан тертый. Тертый пармезан. Все готово. Все правильно. Увеличим дозу. И посыпем пармезан тертый 60... 64. Раз, два, три...
Ну вот так. Много добавил его. Надеюсь, хватит. Пашута круто нарезанное. Пашута круто нарезанное 180. О, как раз все мы выложим. 180. И нам надо будет новую нарезку сделать такую. Раз. На Q нажимаю кнопку. Он поворачивает мясо. Полностью все выкладываем. Все, что у нас осталось. Стараемся. О, Q, буква Q и буква I английская. Можно поворачивать мясо. Сколько мы добавили? Подожди, 180. Ага, мы еще можем добавлять. 120. 100. Вот так можно. Заложим тут все прям мясом. 180. Готово. Нарезанный лист базилика 36. Немного. Так, раз, два, три. Раз, два, три. 36. Базилик. Я уже переборщил с базиликом, походу. Так, ну ладно. Берем лопатку, закидываем. Может быть, не стоит сильно увлекаться готовкой. Она у меня чтобы не пригорела. Чтобы я не брал новый рецепт, может быть. Так, то сюда бревно одно подкину. Так, большую тарелку приготовлю. Она у меня вот здесь. Не упадет. Давайте поближе поставим все-таки. А то так тоже мне не нравится. О, идеально. Так, готовится очень быстро, летит прям. Можно чисто взять новый заказ, посмотреть, что там. Мясная пуглиза какая-то. Пуглиза, непонятная пицца, не помню такой. Я ее не прочитал правильно. Пуглиезе. Дождемся, пока это приготовится, чтобы она не испортилась. Потом приступим к следующей. Хотя тесто можно было и раскатать, наверное. Так, забираем эту. У нас 4 часа дня. 4 часа дня. У нас до 10 рабочий день. Так, приготовил. Лопатку убираем. И подаем клиентуре. Клиенту нашему драгоценному. Так, на здоровье. Мясная пицца. Какая будет оценка? Все ли я сделал верно? Что поэтому награда? Почему одного нету? Ингредиенты, что не так? Пашута нарезанное. В пиццу были добавлены ненужные ингредиенты. Ненужные ингредиенты. Я что-то напутал с мясом. Я не понял, что, честно говоря. Что там не пошло не так. Ладно. Значит, у нас размер маленькая. Это маленькое. Тесто в неаполитанском стиле. Не подходит это тесто. Это нам нужно. Нам нужно неаполитанский стиль. Маленький кусочек. Маленькой неаполитанской. Все правильно. Берем. Ставим ее. Раскатываем. Я что-то с мясом напутал, видимо. А что я там? Невнимательный. Я невнимательный что-то сегодня. Соус маринара. Вот он тут. Маринара. Он очень долго расходуется, этот соус. Вижу, мне его надолго хватает. Так, ну вроде размазюкал равномерно. Идем дальше. Моцарелла нарезанная. Моцарелла нарезанная. 60, у меня 60 как раз и осталось. Так, ну давайте попробуем. Раз. Два. Три. А, все? Она же не растечется нормально. Тьфу ты, блин. Моцарелла. А я чуть не рассчитал, что она по 20 грамм кусочек. Так, белый лук нарезанный. Ладно. Забиваем болт. Белый лук, нарезанный. Его надо 16 грамм всего лишь. И чуть-чуть надо. Белый лук нарезанный. Вот, даже 29. Маслины нарезанные 32. Нарезанные. Вот этого у нас много есть. Маслины. Раз, два. Готово. Что там дальше? А, все. Значит, надо готовить. Она, наверное, очень быстро приготовится, потому как она очень маленькая. Скорее всего, она быстро будет готова. Сыр мне не нравится, что так пошел у меня. Надо было хотя бы в ряд. Раз, два, три. Оно бы, может, как-то растеклось. Или треугольником, наверное. Лучше треугольником бы я его поставил, сыр. Оно бы растеклось хорошо. Одно бревно закину. Возьму новый рецепт, раскатаю тесто и будет, думаю, готово. Так, возьмем новый рецепт. Возьмем новый заказ, вернее. Вот опик. Ой, что-то непонятное. Большая размер, смотрю. В нью-йоркском стиле большое тесто. Неаполитанское. Большая нью-йоркская пицца. Нью-йоркское тесто, вернее. Ой, что-то я сюда решил тут раскатывать. Попалось так у меня.
Соус барбекю. Так, а что у нас там с этим добром? Почти готово, да? Соус барбекю. А где он тут у меня есть, да? Барбекю есть. Отлично. Все хорошо. Мы его делали в прошлых сериях. Я уже призабыл, какие у меня есть, какие у меня нету соусы. Так, почти готова пицца. Это у нас маленькая малютка пицца на левой стороне. Да, можно сразу две пиццы запихивать, оказывается. Так, все, забираем. Маленькую тарелку я не взял. О, я натупил, походу. Я не приготовил маленькую тарелку наперед. А можно сразу здесь поставить на тарелку? Нельзя, нельзя. Как бы я ни хотел, придется как-то ухитряться. Поставим вот здесь пиццу. А, допустим, это мы бросим. Ничего страшного, что на пол. Так, так задумано все. Тарелку аккуратно с края. У нас пол чистый. У нас санитарные условия идеальные. Главное, что тарелку не сбросить сейчас. И попробуем так аккуратненько ее. О, не упала. Хорошо. Лопатка, лопатка, выручалка. Лопаточка моя. Пуглиезе. Вперед. Что по результату? 5 часов 29 минут. Какая-то все-таки одна. Что там? Что там? Белый лук нарезанный. Распределены неравномерно. Ну ты смотри, какие придирчивые. Я сыплю. Как я могу там равномерно распределять, если я его просто сыплю? Сыплю. Так, соус барбекю. Ладно. Не будем это дело расстраиваться, отвлекаться. Соус барбекю. Давайте этот соус. На маринару очень похож, но он, по-моему, более какой-то густой, что ли. Но очень-очень даже соус схожий с предыдущим, с тем красным. Так, с соусом проблем вроде нету, вроде распределился, хорошо. Идем дальше. Сыр моцарелла нарезанный. Вот, по-моему, с моцареллой сейчас у нас будут проблемы. Пармезан. Что там еще? Салями нарезанная. Салями нарезанная, возможно, есть. Салями нарезанная. А это что? Салями. Давайте сделаем момент такой сразу. Так, салями нарезанная. Как там брать? И буква. Вставляем. Добавляем. Салями. Нарезанная. Пепперони нарезанная. Еще один вид колбасы будет у нас в скором времени. Так, это сюда. Эта гастроемкость у нас пустая. Пока что сюда. Идем, значит, смотреть, что нам нужно будет сейчас еще взять. Фух. Так, салями я приготовил. Чуть-чуть больше. У нас стало пепперони. Пепперони, колбаса. Это как называется? Это салями. Это пепперони 100 грамм. Раз, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Давайте с этой вот разберемся. Не будем сразу же все носить. Так будет мне легче, потому что там сортировать. Значит, нам надо будет тоже ее, пепперони, тоже иметь нарезанную. Сразу килограмм себе ее сейчас туда наготовлю. Зеленую, аккуратно. Почему здесь кнопки так рядышком поставлены? Как-то немножко могли бы их подальше друг от друга отместить. Так, килограмм у нас пепперони нарезанки получилось. Красный перец нарезанный. Идем за красным перцем, сходим. Он по 40, его нужно 40 грамм, а поскольку его здесь раздают, я не знаю. Красный перец, вот он, по 30, это 100, раз, два, три, раз, два, это 300, допустим, это, допустим, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. И еще один сверху пускай так будет. Все, я знаю, что там его... Я там не сильно это самое еще хотел считать. Но нарезанного нам этого должно хватить надолго. Перца красного. Красный перец. Готово. Берем гастроемкость. Вот она пустая есть у нас, закончилось там что-то, возможно. Или там она была какая-то. Красный перец. Все, готово. А может быть, у меня был? А вон, кажется, у меня был. Красный перец. А он у меня был. Ну ничего, будет еще почти килограмм. Так, ничего страшного в этом нету, ничего не произошло, будет запасной. Так, давайте продолжать готовить. Значит, мы остановились с вами на чем? Соус мы добавили. Моцарелла нарезанная. А, я моцареллу забыл.
Я забыл моцареллу нарезанную взять. Вот, наверное, там какой-то гастроемкости была моцарелла, а я про нее забыл напрочь. Ну, ничего. Так, моцарелла, пармезан. Здесь, наверное. Моцарелла 200, это 600, 700, 800, 900 тысяч. Килограмм моцареллы, сейчас мы ее тоже возьмем и нарежем в резчике. Так, добавилось. Это сюда выдвигаем. Смотрим, есть ли у меня гастроемкости свободные, вольные. Нету, оказывается. Придется покупать. И оно находится у нас в утвари, да? Эй, переключайся. Так, гастроемкость купить. Я не знаю, как мне сейчас обходиться, если у меня нет уже здесь свободных слотов. И мне писали, домашний соус это как бы плохой соус. Что у меня... Ну ладно, пускай пока будет. Моцарелла нарезанная. Пока что поставим ее где-нибудь. Может быть, как мне ее добавлять-то? Оно будет добавляться? Оно не будет добавляться. Ага. Домашний соус взять. Мне писали, что домашний соус, это я испортил что-то, по-моему. Так, мы остановились, давайте еще раз. На чем? Моцарелла нарезанная. Нам нужно ее... Раз, два, три, четыре... Тысяч... Ой, 140. Я ее больше добавил уже. Ух, так. Салями нарезанная. Вот салями... Красный перец, салями... Нарезанная. Ее надо 96. Пепперони нарезанная. Пепперони. Вот мы много ее нашинковали. 70. У колбасы много. Так, есть и красный перец. Это тут вот. Мы тут уже какой-то имели меньше. Давайте попробуем использовать эту гастроемкость как можно... Чаще, там где меньше, чтобы у нас освободилось. Сколько мы ее добавили уже? Красный 26, 28, 30. Я так особо не смотрю, куда я добавляю. Так, надеюсь, что все хорошо. Так, теперь с тарелками. С тарелками, чтобы не ошибиться. Значит, это попробуем немного с краешку поставить. Тарелка большая. Нам понадобится. Хотя надо было, наверное, в печку запихнуть, чтобы она уже готовилась. Потом с тарелками заниматься. Время не экономлю. Так, а почему у меня двойка стоит? Не знаю. Так, мы сейчас это проверим. Почему там двойка красная горит у меня? Так, дрова. Дрова. Раз дрова. Два дрова. Есть, готовка пошла, а мы пока что попробуем посмотреть, почему мне там двойка горит. В меню зайдем. Ага, Q. Видимо, здесь я какие-то выполнил задания. Вот, достать готовую пиццу из духовки и положить туда другую за 30 секунд. Ого! Ого, награда. Получить звезду как минимум уровня серебряной в категории сыра. Приготовить пиццу с ингредиентом куриная грудка нарезанная. Ну, этого пока у меня нету. Этих заданий пока не выполняется. Пиццы не попадаются. Приготовить сразу же следующую пиццу. Я не успею. Этого, скорее всего, я сделать не смогу. Это у нас в Нью-Йоркском... Это сейчас мы ее выставим? Пиканте. Пиканте, потому что она такая острая, видимо. Маргарита, это, по-моему, простая пицца была. Средний размер. Так, что у нас с пиццей? Средний размер, неаполитанский стиль. Средняя неаполитанского стиля. Раскатку сделаем. Быстренько. Так, готово. Пицца наверняка уже тоже почти приготовилась. За 30 секунд мы новую пиццу вряд ли успеем запихнуть в печь. Вряд ли. Есть. Ну, хотя бы... Выполняем то, что получается выполнять по ходу дела. Новые пиццы появляются, все равно интересно. Так, эту лопатку вот здесь вставляем и подаем. Подаем пиццу клиентам. Это у нас пик. Канте в нью-йоркском стиле. Ой, как-то надо криво на тарелке стоит. Надеюсь, все звездочки в этот раз. Отличная работа, получили очередной сертификат. Ваш продукт системно растет. Отлично, идеально было приготовлено все. А что там за сертификат? Подожди. Вот так. Что там у меня выросло?
Новые ингредиенты. Хорошо. Так, готовим, готовим. Тесто, вот оно, ждет. Неаполитанский стиль. Соус маринара. Берем самую крайнюю. Мы же ее используем, чтобы освободить лоток. Так, соус маринара. Соуса не жалеем. Размазываем щедро, чтобы она не была сухая, да? Теперь моцарелла нарезанная 100 грамм. Моцарелла нарезанная. Подождите-ка, она что? Я же только что где-то резал. А вот она, точно. Моцарелла нарезанная 100 грамм. Раз, два, три, четыре. О, ну так, по идее, должно хорошо распределиться. Могу еще тут бахнуть. Я не жадный. Лист базилика. Базилик, базилик. Надо добавить 24 грамма. Базилик очень классное растение. Просто великолепное. Так. Ой, только я переборщил. Ну ничего. Так, это у нас средняя была, по-моему, да? Тесто. Средняя, все верно. Средняя пицца, среднюю тарелку сейчас будем брать. Это сюда. Так. Выходим. Бревно какое-нибудь подбросить хотя бы одно. И пошли за средней тарелкой. Так, средняя тарелка вот сюда. Готовка идет полным ходом. Я только не вижу... Не могу понять, как тут... Ага, вот здесь написано. Как у меня сильно жарит печь. Сейчас я туда накидаю дров. Раскочегарю сейчас. А ну-ка, на красное, чтобы аж было. То оно постоянно на зелененьком у меня. О, он красный какой. Что там, горит? Я сейчас накочегарю. Все, нельзя больше, на максималочку. И что мне с этим? Бросим бревно. Так, надо забирать уже ее сейчас скоро. Я накочегарил печку на максимум. Все. Заберем ее быстро, 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 быстро. Забираем. Так, тесто 100% готово хорошо. Сыр вроде бы хорошо разбежался. Так, берем. Берем, берем, берем. И новую надо будет сейчас уже брать. Так, подаем. Маргарита. Какие... О, идеально все приготовлено мною было. И новое у нас пошутто... Пошутто, пошутто э фунги, пицца. Маленький размер пошутто э фунги в неаполитанском стиле. Ни разу еще мне с такое тесто не просилось. Поднос, неаполитанский стиль маленького нью-йоркской. Небольшая, большая, большая. Мы берем кусок. Средняя, подожди, надо бросить вначале. Так, вот это маленькая, маленькая, все правильно. Так, раскатываем маленькую. Так, кстати, о птичках. Я могу, знаете, что сделать? Зайти вот сюда. И тут было у меня звезду, награда пиццы с ингредиентом куриная грудка. Нарезанная. У меня... Можно это обновить задание. Натереть с помощью терки. Приготовить тесто в неаполитанском стиле. Пускай это будет. Так, маленькое тесто есть. Маргарита, поехали. Маргарита... Маргарита, 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 Маргарита. Так, моцарелла 60. Моцарелла, моцарелла, моцарелла. Треугольником, да? Она маленькая, как раз треугольником, по идее, должно расти все как мне надобно. Шампиньоны 30. Просто шампиньоны, не указано, что нарезанные шампиньоны. Шампиньоны, тут, но не, тут нарезанные лежат. Шампиньоны 30. 20, 25, 30. Идем дальше. Пошутто котто нарезанное. А пошутто котто, по-моему, мы уже все израсходовали. Пошутто котто, пошутто котто. Я не видю. Пошутто котто. Пошутто котто нарезанное. Ну, идем покупать, значит. Пошутто котто 60. Так, мы сейчас его килограмм себе нарежем, скорее всего. Этого пошутто котто. Так, пошутто котто. Ты где? Это? Пошутто котто. 600 грамм. Бам. Подождите-ка, это один кусочек 600 грамм? Да быть такого не может. Подожди, присядь. Поставь. 600 грамм. Реально. Это кусочек один 600 грамм? Мы килограмм его натереть можем целый. Это очень большой кусок. Что-то нарезанное. Добавляем туда кусок этот. Какой-то он так маленький такой выглядит. Очень маленьким выглядит он.
Так, гастроемкость. Так, все. А, 10 часов вечера. А где тут утварь? А, все, выбрано, господи. Так, добавляем. Нарезаем. Крудо! Пашутто крудо! А у меня пашутто котто. Я перепутал. Пашутто крудо с пашутто котто. Я перепутал, ребята. Пашутто круто, пашутто кодо. Это разные два вида мяса. Так, а где же мое? Это что ли? Нет. Пашутто крудо. А котто? Котто, мясо. Вот это, наверное. Бекон. Пашутто котто. Вот оно. Оно 600 грамм тоже имеет, кстати. Вот это похоже на 600 грамм. А там какой-то такой маленький кусочек был, даже непонятный. Но у нас оно есть, то просто у меня уже... я не понимаю, как чему так разработчики сделали. Это что такое? Ух ты! Я не знал, что здесь такое есть. Дело в том, что я теперь... Не могу понять. Вот оно у меня тут есть, но как мне, куда мне его вставлять, если у меня уже все слоты заняты здесь? Понимаете, в чем проблема? И мне нужно как-то его теперь, допустим, это забрать. Пока что сюда. А это... Этот соус у меня есть, как бы, это лишний, что ли. Так, пашутто котто. Котто нарезанный, 60 грамм. Бамц. Бамц, 30. Боже, вот это так пицца. Вот это пицца так пицца. Так, 60 есть. Берем лопатку. Или как ее еще называют? Лопатка же. Ну, лопата, а как же еще? Лопата. Я думаю, как-то по-другому, как-то по-хитрому, по-профессиональному, как-то по-другому называют. Мне кажется, это лопата. Она и в Африке лопата. Лопатка. Даже ее так нежно, уменьшительно ласкатели называют. Не лопата, а лопатка. Так, тут у нас горючего хватает. Можно добавить. И то, что у нас на полу тут валяется, можно добавить, чтобы не споткнуться, да? Все, новые заказы брать мы не будем. Это последний заказ был у нас. Пицца у нас почти готова. Маленькая тарелочка ставится. Берется лопатка или лопата. И забираем пиццу. Пиццу прошутто фунги. Фунги. Прошутто фунги. Готова пицца. Отлично. Так. Тяжелое название у пиццы. Мы такую, по-моему, еще не готовили ни разу. Что мне интересно скажет заказчик? Я ничего не напутал. Шампиньоны, старался. Все звездочки, все идеально сделано. Заработали денежку. Теперь приготовьте ингредиенты на завтра. Хорошо, хорошо. Но какие ингредиенты мне нужны на завтра? Тесто у меня какое-то есть. У меня мало теста осталось для нью-йоркского стиля. Всего два. И, ага, тут маленькая еще средняя. В принципе, может быть, еще один день бы мы бы пережили. Но кажется, что лучше мне было бы сделать новые тесто. И потом перейти на следующий день. Но сейчас этого делать не буду. Я это сделаю уже в следующем видеоролике. Сегодня мы и так хорошо с вами поготовили. И в следующем ролике у нас там уже будет какой-то новый соус. То новый соус приготовим. Если мы тут сейчас посмотрим в книгу рецептов. Соусы. Маринара. Альфредо. Песто. Соус барбекю. И хумус. Новый соус появился. Давайте глянем на его состав. Нут. Это орех, по-моему, такой. Тахини, лимонный сок, чеснок, соль, вода, молотый тмин, оливковое масло, петрушка. Тоже интересный. Pizza Pro. Этот наше самое приложение нам рассказало все, как это готовится. Это будем мы уже с вами готовить в следующий раз. Сейчас, значит, у нас 10 часов, почти уже 11. И будем ночью готовиться, убираться, а потом соусами разбираться тоже. Думать, что делать с местом. Если какие-то у вас есть предположения, какие-то есть идеи, как это с этим делом справиться, как это расширить, чтобы больше было у тебя тут всяких ингредиентов, может мне подсказывать. Но, в принципе, мне кажется, что мне тут все просто то, что у меня есть в двух видах, нужно то, что больше, около того спрятать временно, а потом, когда закончится, не забыть, что оно у меня есть где-то там. Все, на этом ролик завершается. С вами был Пицца Лейло Нила Моб. Мы играли Cooking Simulator DLC под названием Пицца. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.